Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Мы продолжаем разбирать евангельские притчи. Один законник спросил Иисуса Христа, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Для этого надо всем сердцем возлюбить Господа Бога и ближнего, как самого себя. На вопрос, а кто же ближний, Спаситель рассказал притчу о милосердном самарянине. Она повествует о том, как одного человека избили, ограбили и едва живым оставили посреди дороги. Сначала по той дороге шел священник, он посмотрел и пошел дальше. Затем левит, он тоже посмотрел и тоже пошел дальше. А некий самарянин жалился и позаботился об этом человеке. Кто из этих троих был ближним пострадавшему? Ответ ясен, но почему именно эти персонажи использованы в притче и какие смыслы заключены в кратком рассказе Спасителя? Об этом мы поговорим с доктором богословия, проректором по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Владимиром Хулапом. Здравствуйте, отец Владимир. Здравствуйте. Обстоятельства, происходящие в притче, понятны слушателю Иисуса Христа. Но с тех пор уже прошло более 2000 лет, и нашим современникам не совсем понятно, почему милосердие к пострадавшему, ограбленному проявил именно самарянин. Почему не священник, не левит? Действительно, дорога из Иерусалима в Иерихон, о которой говорится в притче, в то время была полна опасностей. Она была узкой, петляла, рядом находились скалы, и поэтому нередко на этой дороге путников поджидали банды разбойников, которые действительно охотились за их имуществом, совершали грабежи, и поэтому вот этот несчастный герой притчи, он как раз тот, кто стал жертвой вот таких бандитов с большой дороги. И здесь на сцену выходят три персонажа притчи: священник, левит и самарянин. Именно от священника, с точки зрения человеческой логики, можно и нужно было ожидать, что помощь окажет именно он. Вроде бы священник совершил богослужение, он в молитве прикоснулся к Богу, но, выйдя на улицу, вот это соприкосновение, эта встреча никак не изменила его повседневную жизнь. И это во многом вопрос, обращенный каждому верующему, каждому христианину. Если мы приходим в храм, то, выходя из этого храма, что-то в нашей жизни меняется, или его посещение становится, ну, определенным отрезком времени, во время которого нам может быть хорошо, мы переживаем какие-то эмоциональные переживания, мы, может быть, горячо и искренне молимся, но мы покидаем стены храма, и нас уже никак не отличить христиан из толпы, из числа всех остальных людей. Поэтому вот об этом и идет речь и в первом, и во втором персонаже. Левиты – это тоже была священная степень, иерархия священная, но на ступеньку меньше. Это были помощники священника. Поэтому и от одного, и от второго персонажа, конечно, слушатели притчи могли бы ожидать активную помощь, основанную именно на том, что оба они являлись образцом для простого народа. Ну и, наверное, по логике вещей следовало бы по такой режиссуре этого сюжета вывести на сцену мирянина обычного, да. Но здесь мы видим, появляется совершенно другой персонаж, самарянин или по-церковно-славянский самарянин. И для уха иудея той эпохи, который слышал эту притчу, конечно, это был такой в определенной мере культурный шок, поскольку самаряне были народом, который возник после того, когда иудеев депортировали в вавилонский плен, и вот оставшиеся иудеи, они ассимилировались, они вступили в браки с языческим населением, у них возникла такая синкретическая, смешанная религия, у них были свои особые обычаи, которые иудеями не принимались и так далее. Поэтому самаряне для иудеев той эпохи были полукровками, были неправоверными, были некими такими второсортными людьми окружающего общества. Ну и само слово «самарянин», оно в устах иудея в то время нередко означало ругательство, было бранным словом. И поэтому, конечно, тот факт, что вот именно этот человек, который не принадлежит к народу израильскому вот в понимании той эпохи, именно он оказывает помощь, вот это был такой совершенно неожиданный конец
конец притчи, но, впрочем, как и многие другие неожиданные концовки притчи. Тем самым Христос говорит о том, что для Бога неважно национальность человека, для Бога неважно его какое-то прошлое, для Бога неважно, как на него смотрят окружающие люди. Каждый человек имеет большую ценность, и эта ценность определяется тем, как он поступает по отношению к своим ближним. И поэтому вот те две заповеди, о которых перед рассказом притчи говорит Христос: «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя», в этой притче они демонстрируют единое и неразрывное единство. Отец Владимир, от знакомых из СМИ мы часто слышим информацию о том, что многие болеют, страдают, умирают из-за халатности других людей, от равнодушия, безразличия. В то же время очень много людей, которые стремятся помогать. А для некоторых благотворительность является смыслом жизни. Вот от чего это зависит? От личных качеств человека, от воспитания или от чего-либо другого? У каждого человека в отношении помощи ближним свой путь, своя жизненная история. Кто-то приходит к этому, пройдя через какие-то очень тяжелые кризисы в своей собственной жизни, в жизни своих родственников, что, может быть, было связано с болезнью, с потерей близких и так далее. Но, наверное, самая главная проблема современного общества заключается в том, что мы живем в очень таком индивидуалистическом мире. С одной стороны, в Петербурге 5 миллионов человек. С другой стороны, многие живут совершенно одиноко. И, по сути дела, до проблем того или иного человека очень часто окружающим людям просто нет совершенно никакого дела. Ну и притча говорит нам о том же самом. Она говорит прежде всего о внимании. И священник, и левит, они видят вот этого человека, но они проходят мимо. Если посмотреть на греческий текст притчи, священник, даже говорится, перешел на другую сторону улицы. Да? И нередко то же самое происходит с нами, когда мы видим какую-то человеческую проблему, когда мы видим сложную ситуацию в жизни окружающих, но нам проще просто перейти на другую сторону дороги, сказать, что это не моя проблема, человек должен решать эту проблему сам, или эту проблему должно решить государство, или у нас есть самые разные извинения, мы говорим о том, что у меня у самого тяжелая финансовая ситуация, и мне бы кто помог, я не могу помогать другим людям. Левит в притче, также если посмотреть на греческий текст, он подошел, посмотрел, то есть он даже подошел и пригляделся, что здесь происходит. Мы не знаем почему, может быть, он хотел удостовериться, что человек еще жив, или он хотел, может быть, увидеть, не оставили ли разбойники что-то здесь награбленное, чем и он мог бы поживиться. И точно так же подходит самарянин, и вот этот глагол «сжалился», который используется в этой притче, он очень такой насыщенный, он буквально означает, что сердце самарянина сжалось. И мы видим, что он не начинает вести каких-то больших дискуссий о том, что в Палестине той эпохи разгул преступности, куда смотрит власть, что нужно сделать, какие реформы нужно провести для того, чтобы подобное в будущем не случалось. Он совершает конкретное маленькое дело помощи, конкретное дело любви на том месте, на котором он оказывается. То есть мы читаем в тексте, что он возливает на раны вино и елей. Ну, это в обществе той эпохи вино было антисептиком, а елей служил для того, чтобы раны лучше заживлялись. И он, оказав вот эту первую помощь, он довозит раненого до больницы и дает небольшую сумму, которую должно хватить, ну, где-то на несколько недель для того, чтобы за этим человеком действительно ухаживали. Мы видим, что вот это дело помощи не нарушает принципиальным образом течение жизни самарянина. Он делает то, что в его силах. И, наверное, вот это и есть
есть в определенной мере ответ на вопрос о том, как должен поступать каждый из нас. Конечно, можно мечтать о каких-то больших проектах или извинять себя тем, что мы не принимаем в них участие, хотя тоже показательно недавно вышел опрос общественного мнения всероссийского, и согласно ему 70% россиян не смогли назвать ни одной благотворительной организации, что тоже является таким, мне кажется, симптомом. Да? С другой стороны, мы на протяжении каждого дня или каждой недели нашей жизни постоянно встречаем тех людей, которым можно и нужно помочь. И очень часто эта помощь должна принимать как раз не обязательно какие-то материальные формы. А помочь можно по-разному. Можно помочь словом, можно помочь тем, что мы просто выслушаем человека, дадим ему совет, подарим ему наше время, а время – это самое дорогое, что у нас есть. И поэтому, если мы взглянем на историю Древней Церкви, мы увидим, что благотворительность или диакония, она была неотъемлемой чертой христианской жизни, христианской церкви. И, конечно, вот эту культуру благотворительности, культуру помощи, ее нужно воспитывать. Воспитывать, начиная с самого маленького уже возраста. Ну и, конечно, если наши дети будут видеть, что родители помогают тем, кто находится в беде, в сложной ситуации, то такое воспитание конкретным делом будет намного важнее, чем самые красивые и возвышенные слова. В притче законник спрашивает Иисуса Христа, кто мой ближний. Теоретически мы понимаем, что ближний – это те люди, которые нас окружают, которые нуждаются в нас, но на практике у нас просто не получается ко всем людям относиться одинаково. Какой смысл Спаситель вкладывал в слова «возлюби ближнего, как самого себя»? В ту эпоху вопрос «кто мой ближний» был очень популярен, поскольку ближним назывался либо сосед, либо родственник, либо член израильского народа, если мы посмотрим на текст Ветхого Завета. И вот здесь Христос как раз предлагает, как Он это и делает постоянно в Евангелии, разрушить эти человеческие рамки. Он призывает нас к тому, чтобы мы не ставили предела человеческой любви. Это не значит, что мы сразу сможем научиться относиться ко всем людям с любовью, относиться ко всем людям одинаково. Для этого требуется очень долгое время, может быть, и до конца жизни у нас не получится достичь этой цели, но, тем не менее, это не отменяет цель, поскольку, согласно христианскому пониманию, все мы братья и сестры, то в той или иной мере любая наша человеческая граница, которую мы ставим, пытаясь разделить всех людей на два класса, вот это мои, это чужие, это ближние, это дальние, по сути дела, эта граница одновременно отделяет нас сразу же и от Бога. И поэтому евангельская притча, о которой мы сегодня говорим, она указывает, что Богу нужна не только ортодоксия, по-гречески правоверие, правильность, вера, но он требует от нас и ортопраксии, правильных дел, поскольку, как мы читаем в послании апостола Якова, вера без дел мертва есть. И поэтому, действительно, глядя на наши дела, глядя на то, как мы относимся к окружающим, люди могут понять, во что мы верим. Ну и вот это важная еще одна составляющая, возлюбить ближнего как самого себя, указывает нам в том числе и на то, что мы правильно должны относиться к самим себе. Относиться не просто эгоистически, а относиться не просто как к некоему набору моих желаний, которые я должен удовлетворить за счет других людей, идя по их головам, преследуя свои собственные интересы за счет ущемления ближних, но понять, что если я правильно отношусь к себе, то я буду правильно относиться и ко всем окружающим. И если вот такой правильный, верный евангельский взгляд появится в нашей жизни, то она обязательно преобразится и обретет совершенно новые черты. Спасибо, отец Владимир, за столь важную для каждого из нас беседу. Спасибо вам. Всего доброго. Дорогие телезрители, сегодня мы разобрали притчу о милосердном самарянине. Она учит нас о том, что нет людей, недостойных милосердия, и ставит любовь выше всякой вражды. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!